430 тысяч рублей как материальное поощрение за вклад в решение демографической проблемы страны. Таков размер материнского капитала в этом году. Сегодня во Дворце культуры «Энергетик» в торжественной обстановке 50 семьям вручили сертификаты на получение этой государственной поддержки. Столь ценный документ челнинцам достался из рук депутата Государственной Думы Альфии Кагогиной. Счастье само по себе – родить ребенка, идти вместе с ним по жизни – но вдвойне приятно, когда материнство и детство поддерживается государством и поддерживается материально. Я как депутат Государственной Думы должна напомнить именно в этот день, в двойной праздник, что поддержка материнства и детства является для государства основным приоритетом. А основной формой этой поддержки является материнский капитал. Закон о материальной поддержке семей, имеющих двух и более детей, работает в нашей стране с января 2007 года. За это время обладателями материнского капитала стали более 5 миллионов россиян. В Татарстане эта цифра уже давно перевалила за сотни тысяч. В Набережных Челнах сегодня вручили 24-тысячный сертификат. Его счастливыми обладателями стала семья Шакирзяновых. Материнский капитал молодая чета потратит на улучшение жилищных условий. Счастье большое. Как решились уж. Жизнь проходит все равно, годы идут. Мы семьи сами, 5 детей росли. Вот из-за этого идет, наверное. Первый мальчик, хотели мальчик и девочку, вот мальчик и девочка.